Никаких шашлыков на майских праздниках. В Сургуте готовятся к введению особого противопожарного режима. Это значит, что если солнечная погода продержится весь месяц, то костры в городе, в лесах и даже на своем дачном участке разводить будет нельзя. Позапрошлом году подобный запрет действовал с 9 по 12 июня. В прошлом особый режим продлился с 29 апреля по 10 мая. В этом году нас тоже ждут затяжные весенние праздники и, возможно, соответствующий приказ подпишут даже раньше. Виной всему довольно теплая погода. Наземная группировка сил и средств городского звена по предупреждению и тушению лесных пожаров насчитывает более 200 человек и десятки единиц различной техники. Ловить нарушителей противопожарного режима будут в том числе и с помощью квадрокоптера. Ожидается повышение температуры больше, чем среднемноголетние, поэтому апрель будет плюс устойчивый, май тоже плюс. И мы, как правило, учитывая, что будут продолжительные праздники, можем по рекомендации МЧС ввести запрет на посещение лесов и разведение костров. То есть ввести особый противопожарный режим. Поэтому те, кто пойдет на шашлыки, будет оштрафован.